Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как переводить токены с блокчейн CryptoUnit на биржу Unitex. Для того, чтобы это сделать, зайдите одновременно в оба аккаунта. На бирже Unitex перейдите на страницу балансов. Выбрав интересующий вас токен, нажмите «Депозит». В открывшемся подменю вы увидите два поля – адрес депозита и памятка. Эти данные понадобятся вам для перевода токенов. Теперь перейдите на страницу блокчейна CryptoUnit. Для вашего удобства можно поменять язык отображения страницы. Выбрав необходимый токен, нажмите кнопку «Отправить» или «Send» на английском. Вы перейдете на страницу отправки токенов. Также на эту страницу можно попасть, нажав на одноименный пункт меню. Здесь можно выбрать вид токена для перевода, а чуть ниже будет отображаться доступное количество размороженных токенов этого наименования. Перейдите на страницу биржи. Теперь необходимо скопировать адрес депозита и памятку. Внимание, не нужно это делать вручную. Рядом с каждым полем есть кнопка для автоматического копирования. Нажмите кнопку «Копировать» напротив поля «Адрес» и перейдите на страницу блокчейна. Поставьте курсор на поле «Отправить» и зажмите стандартную комбинацию Ctrl-V для вставки скопированного адреса. Или нажмите правой кнопкой мыши на поле для ввода и нажмите «Вставить». Повторите эти же действия с полем «Памятка». Внимание! Каждому виду токена присваивается своя памятка для перевода. Внимательно следите за тем, какой вид токена вы хотите отправить. После этого введите желаемую сумму для перевода и нажмите «Отправить». Перевод может занять несколько минут. Для проверки баланса нажмите «Обновить». Отлично, транзакция прошла успешно. Обратите внимание, если вы хотите отправить токены с биржи на блокчейн, нужно учитывать лимиты. Минимальное количество, а также комиссия всегда указываются над кнопкой отправки. Чтобы осуществить перевод, введите адрес вашего кошелька на блокчейне в соответствующее поле, а также желаемое количество токенов для перевода и нажмите «Отправить».